Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сейчас я быстренько, коротко хочу показать вам несколько сортов томатов, которые я высадила в грунт очень-очень рано. Вот это вот сорт петруши огородник. Вообще его можно не подвязывать, но я подвязала только потому, чтобы удобно было потом летом показывать плоды. Вот он был высажен до заморозков, минус 4, которые у нас были, и все это время сидел в земле. Во время заморозков я укрывала двумя слоями укрывного, ну просто свернула в два ряда и положила на него все. Больше ничем я не укрывала. Он выжил все эти заморозки, и поэтому он сейчас намного крупнее других и больше, потому что он высажен рано давно. Видите, у него такой толстый стволик. Уже довольно-таки большие плоды, вот если взять в руку, прям хороший большой плод. Одна кисть уже полностью завязалась, другие там вот цветут, видите, цветы. Вот это очень удобный сорт для открытого грунта. Он у меня не был в теплице вообще, просто я в лоток его посеяла, спикировала и сюда высадила на ранних-ранних сроках, еще до заморозка. Даже не помню число какое, но там можно посмотреть по видеороликам. Вот, это сорт петруши-огородник. Очень устойчивый к пониженным температурам. Очень выносливый, и плоды вот такие красивые у него, вытянутые, будут потом красные. Все, вот этот сорт мы посмотрели на ранней стадии, потом я вам его покажу, когда буду составлять каталог, уже буду показывать его в готовом, в спелом виде, какой он будет красный, сколько будет кистей на кусту. И вот эти семена в этом году, если у вас нет в магазинах, вы сможете заказать у меня. Петруша-огородник уже точно будет в каталоге. Я заранее не выставляю каталог только потому, что разные погодные условия, боялась, может что-то замерзнет, какие-то сорта выпадут из списка, но петруша-огородник нынче точно будет в каталоге. Все, до свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Кого интересуют семена сибирских выносливых сортов, можете ко мне обращаться. Буду рассылать в этом году 80 сортов семян, но не только сибирских, разных, всяких разных. И все лето я буду вам показывать, какие у них плоды, какие условия им нужны. Но вот этому не нужны условия никакие, ему не нужна теплица. Это именно сорт хороший для открытого грунта, у кого нет теплиц. До свидания.